Здравствуйте. Такой вопрос. Полипы, найденные при ректоромоноскопии, не беспокоят, они множественные, со слов доктора, и мелкие. Стоит ли их удалять и могут ли они переродиться в онкологию? Давайте разберемся, какие полипы. Полипы анального канала или уже полипы кишки, да, прямой, это слизистая, это разные вещи. Если это полипы анального канала, это называется фиброзные полипы. И они, по большому счету, могут быть множественные, будут, может быть, одна, две, там, 5-6, то есть это все же говорит о том, что какой-то воспалительный процесс. Как правило, это происходит на фоне нарушения дефекации, запор или диарея. Если они вас не беспокоят, не выпадают, с ними спокойно живите. Если вопрос идет о слизистой уже прямой кишке, тем более множественные полипы, мы здесь должны думать уже о более серьезных заболеваниях, в том числе и наследственных, потому что все зависит от того, сколько, какой возраст, да, и в каком возрасте это все определилось. И любой полип, по большому счету, если вот грубо сказать, в толстой кишке, которая относится и прямая, в том числе слизистая, это настороженность онкологическая. И превалирующее большинство полипов, они проходят этап от малых размеров в большой, да, к изменению своей структуры и уже инвазии. То есть чем крупнее полип, чем их больше полипов в толстой кишке, я говорю опять же слизистой, да, не анального канала, тем больше онконастороженность, и, конечно же, их нужно удалять. И если мы говорим опять же о каких-то данных, то своевременное удаление аденом, то есть доброкачественных полипов в толстой кишке, на 70% снижает малигнизацию, то есть снижает развитие рака. Это вот для чего делается колоноскопия? Чтобы своевременно выявить предраковые состояния, а полипы – это предраковое состояние в частности, наблюдать за ними, либо удалять. Да, вот это и есть профилактика онкологии. Спасибо.